познакомить вас с Диодоном Люцеросусом. Это красотка, девчонка и глобрюх. Называются Диодон, потому что на каждой челюсти у них по два зуба. И это все, но этого хватает, чтобы разгрызать моллюсков и их жесткую скорлупу. И им часто приходится что-то грызть, потому что у них постоянно растут эти зубы, их нужно стачивать. И она может увеличиваться в 3 раза. Иголочки будут торчать по всему телу, но самое главное, она ядовитая. Не облизывайте такую рыбку. Все ее тело покрыто ядом тетродотоксином, а также он есть во внутренних органах, например, в печени. Отсюда как раз опасность этой рыбы. Но зато это идеальная защита от хищников. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше о подводном мире.